Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 2 на странице 38 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Данному условию подбери вопросы так, чтобы решение полученной задачи состояло из двух действий. Условие такое. Мама купила 4 килограмма капусты, а свеклы на 2 килограмма меньше. Вопросы могут быть следующими. Сколько свеклы купила мама? Сколько всего капусты и свеклы купила мама? И тогда у нас решение будет следующим. Первая задача. Сколько свеклы купила мама? Она купила на 2 килограмма меньше. Чтобы узнать, сколько это, мы из 4 вычтем 2. Получится 2 килограмма. Теперь мы узнаем, сколько всего капусты и свеклы купила мама. Капусты она купила 4 килограмма, а свеклы мы узнали 2 килограмма. Чтобы узнать, сколько это всего, нужно к 4 прибавить 2, получится 6 килограммов. Напишем ответы на первый вопрос. Сколько свеклы купила мама? 2 килограмма свеклы купила мама. На второй вопрос. Сколько всего капусты и свеклы купила мама? Всего 6 килограммов капусты и свеклы купила мама. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.